Приветствую всех любителей карт Таро и гаданий. И в сегодняшнем видео у нас с вами будет обзор на классическую колоду системы Артура Уэйта. У меня она выглядит вот так. У нее вот такая рубашка со звездным небом. Очень симпатично. И сами рисунки у этой колоды очень яркие, посмотрите, какие иллюстрации. Мне очень нравится, что в отличие от классической версии, здесь присутствует яркость. В классической версии она какая-то более мрачная, что ли, более темная. Карты производства Los Carabeo. Los Carabeo очень хорошо делают колоды, они хорошо тасуются. Давайте посмотрим с вами карты поближе. Итак, десять кубков. Красота неописуемая просто. Ну, классика. Классика, да? Просто картинки поярче. Я часто работаю с классической колодой. Мне она нравится. Здесь максимально простая символика для меня. Я считаю, что колоды, все колоды по системе Артура Уэйта очень говорящие. По ним, в принципе, легко осмотреть ситуацию, аспекты ситуации, причины того или иного события. Вот. Здесь, в принципе, все интуитивно понятно. Но, тем не менее, изучение самой системы все-таки требуется. У меня была классическая версия изначально, то есть не с такими яркими рисуночками, а именно такая классика, с более где там больше черный, таких черных прорисовок. Но мне она казалась какой-то уж слишком мрачной, не знаю, рука к ней не тянулась почему-то. А когда я получила вот эту колоду, я стала очень часто на ней что-то смотреть, составлять прогнозы. Мне эти карты очень нравятся. Туз мечей. Они здесь подписаны. Подписаны по-русски. Хороши для обучения. То есть тот, кто только обучается в системе гадания, символики тех или иных арканов, старших, младших. Младшие арканы здесь пронумерованы римскими цифрами. Подписаны только фигурные карты и старшие арканы. Младшие арканы здесь просто циферка стоит, римская. А, ну тузы у нас еще, да, подписаны в данной колоде. Император. Дурак мне очень нравится в классической системе. Вот я прям таким себе его и представляю, эту карту. Собачка — это классический тоже символ. Двойка мечей мне здесь нравится. Вот здесь на десятке мечей, ой, прошу прощения, десятки жезлов, очень видно, как человек устал и несет эту тяжкую ношу. Здесь прям очень передается смысл этой карты, усталость, перенапряжение. Туз пентаклей.
красивая императрица. Мне в классике очень нравится императрица. Вот мне она такой представляется, такой полноватой женщиной. Ну, как скажем, женщиной в теле. На некоторых колодах рисуют ее очень стройной. Мне кажется, она именно вот такая должна быть. Мир красивый здесь. Сила. Маг. В этих картах все же цвета, которые есть, они тоже имеют свое значение. Вот она, классическая верховная жрица. Мне очень нравится она в сравнении именно с колодой «Универсальный ключ». Там, ну, мне совсем не нравится карта. Вот такая она должна быть, на мой взгляд. Ну, или какие-либо ее интерпретации, да? Восемь кубков. Заострять особо внимание на каждой карте не буду. Я думаю, все, кто пользуется колодами по системе Уэйта, достаточно хорошо знают классику, как она выглядит. Просто покажу вам каждый аркан именно в яркости рисунка. Вот какой он может быть по сравнению с самой-самой классической версией этих карт. 10 пентаклей. И карта «Влюбленный старший аркан» завершает наш просмотр. Всем большое спасибо, кто посмотрел это видео. Оставьте, пожалуйста, свой комментарий, оцените его и подпишитесь на канал. До новых встреч и пока-пока!